Прыгает один. Там ван вей. Блять! Ну флешку не такую, долбоёб! Блять, а вкус детства? Что такое вкус детства? Я мужик, мое детство закончилось, когда я родился, блять. Видел новый трек Гаврилиной? Нет, не видел. И не хочу. Ну 100% у булки с мясом есть название. Вот самса, булка с мясом, еще какие-то 500 названий. А нахуя? Вы не думали об этом, блядь? Нахуя названия такие отдельные придумывать? Ага, Русик, Дизолейт, Бан Пачман, кстати, нормальный никнейм. Зараки Пик, найс. А, блядь, я, лучше бы я не смотрел только на Ники, нахуй. На Элла бы не смотрел, это пиздец. Ладно, не расстраиваемся, меня зарейдил ЗХЦ Пиван Депола 3/6, спасибо. Прям сейчас заказывай и делай обзор на самсу. Ебать, охуенная идея, мужик. Блять, а где ее заказать-то? Ты чё, рофлишь? Ну ладно, если в Яндекс.Лавке есть самса, прямо сейчас я делаю эксклюзивный контент. Обзор на самсу. Если, ну, если есть. Так, И заодно закажу водичку с лимоном, ебать. Не, я умнейший, нахуй. Как загуглить? Лимон, водичка. Может, если я это напишу, нормально будет? Самса с курицей, сыром и помидорами. Она 79 рублей стоит, вы рофлите, я две штучки возьму, или не надо? Нет, я одну штучку возьму, две штучки это вообще пи***ц. Ну смотрите, самса стоит 79 рублей, доставка 59. Насколько это выгодный, ну, выгодная покупка? Я, блядь, одну самсу покупаю, вторую, блядь, оплачиваю. По прикольчику просто, ну ладно, похуй. Какой бренд лимонной водички? Не, мужик, погоди. Я сейчас это, распиарю лимонную водичку, что это просто оверпауэр тема. Потом мне напишут с предложением о рекламе лимонной водички, и тогда ты уже мне задашь вопрос второй раз. Закажи 3000, чтобы всем нам хватило. 3000 самсы, блять? Вы чё, ебанутые? У меня столько вообще никуда не поместится. Лимонная водичка, святой источник, я пророк, сам закупаю эту парашу целыми упаковками, вся комната в бутылках. Так ты уебан, хватит закупать эти бутылки, блять, ебан. У меня в Яндекс.Лавке ни одной этой водички не осталось-то нахуй. И у меня все, блядь, нечего пить уже. Последняя бутылка осталась. Чего, блядь? Тут банана. Only one A. Go to the... Go away, go away. Отвлекающая подписка, нахуй! Почему именно в эту наносекунду? Ну ебать. Кусь за лапку, ты... Спасибо за подписку. Прыгает один. Там ван вей. Блять! Ну флешку не такую, долбоёб! Он просто стоит здесь, флешку, блять. Ну иди нахуй, там смог, ты чё, ебать? Просто флеш-банан обычный, ебать. Battle Pass, каждый пятый левел дроп. Бесплатного кейса про. Давай сделай это, забери скины. Каждые полчаса происходит скинопад, море халявы и дружеские чат. Самый оптимизированный сайт, не тупи, бро, заходи быстрее сюда. КСВ, это КСВ, это КСВ, 24/7. КСВ, это КСВ, в описании ссылка с промокодом, заходи быстрее. Блять, ебаный ты Артём 006, блять, байтер. Ну, блять, Вовчик, получила ник Вовчик. Владимир Медведев. Жри два молика, хуесос. Еще и хаешку, блять. Выживешь? Блять. Я чел был, как, я сейчас свою вармилку отберу за 20 тысяч. Извини, пожалуйста, блядь. Тулочки. Ну это пи***ц, ебаный. У меня 2000 мужики пи***ят ногами, блядь. С ником Вовчик, хуй мастак, и учила... Блядь, учила зомби из Антёрната на аватарке, нахуй. Это 11.02, блядь. Взорвали, сквозь смок убили. Кто я, твою мать, мужик? Иди нахуй, ну чё это, блядь? Я пику мид, мне 3 хае в ебаче дают. Кстати, я походу понял, в чем проблема. Если я в next раунде так же умираю, как долбоеб,
Я все, я знаю, в чем проблема. Прекрати фидить на эмоциях. Мужик, какие эмоции, блять? Я реально пытаюсь что-то сделать, меня чел ебашит просто две гранаты, потом сквозь смог. Все, я сейчас сяду нормально. Ну, короче, я понял. Перекус сделать. Can we take pause, guys? Алло, дети, возьмите паузу, нахуй. Вы чё, охуели, блять? Старый, кстати, я из будущего. Какого хуя у меня челы не берут паузу, чтобы я покушал самсу, устроил тест, блять? Вдруг я топ-1 фрик. Ну, в плане, ну, ты понял. Блять. Чел просто в чат пишет мое название стрима. Я сейчас реально посмотрел название стрима. Это просто пиздец. Это просто пиздец. Как же я хорош. У меня чел в коврах. Nice control, guys. Блять. Приятного. Не забывай, что ты ВС еще. Иди нахуй, блять, донатер. Где баннер стишка, ща будет, походу. Ну я хуй. Поебешь все игры, которые у тебя сегодня. Don't go be, guys. Don't go be, шлюхи ебаные. Во, домой. Clear, what are you talking about? Чё ты там пиздел, хуесос? Ладно. Три библиотека! Да я ваших матерей в библиотеке по одной хуярил, ну вы чё несёте, блять? Какие нахуй три библиотека? Во раунд идём. Эх, жаль, не въебали. Последняя попытка паузу взять. Блять, какие-то два ублюдка в пайт, ладно, похуй, я буду прям сейчас есть. Пусть чёрт. Один руина. Бля, нос чешется. Надо, ладно. Dead. Ебать, как у меня... Ну, блять, кто мне объяснит, как спрей не пошел у меня, нахуй? Прям в него хуярил. Окей, дай смокни. Аут. Пул. Блять, паузу возьмите, уёбки. Ну, как я это все сделаю, блять? У меня свет не включен. Мне... Sake, ладно, мне похуй. Я в темноте сфоткаю, если, не... ну, типа, не получится, ну, блять. О, похуй. Хорош, легенда ебаная. Руинс. Блять, уебан на оранжевом, ты можешь прийти ко мне на Б, блять? У тебя 5 секунд раунда, нахуй. У тебя мать, шлюха, долбоеб ебаный, блять, 2000 элла уйдет, еб... Сука, почему за меня индюк этот ебаный играет? Почему у меня мужики стоят 3 на А, блять, когда мы с бомбой на Б уже выходим? Ебать, косарь, охуеть. Все, уже не горю, блять. Сейчас еще самсу поем. Спасибо за 1000. Даже похуй на цена шлюхи в команде стало. Хорошего стрима и победных котов. Спасибо, бро. Ты все еще лучше, меньше, чем ты. Спасибо. Спасибо. Блять, нормальный тайминг. Сколько ты весишь, ток чисто? He was alone. 78, я вижу. Банан один. Может, уходил. Пул. Привет. На каком разрешении играешь? Я помню, ты вроде кастомное ставил, проебал его. Last pitbull. Сложно, нахуй, сложно, блядь. Кастомный ставил, да, 1-2. Ну, короче, вот. Алло? Алло? Найс, пос... Найс, эти разрешения показал, у меня игра крашнулась. Чё это, блядь? Компьютер 300 тысяч стоит. Почему я захожу в настройки, у меня игра крашится, блядь? Hello? What the fuck? Какого хуя? Я каждый день бы в эту хуйню ебан играл, блядь. Какой кайф! Какой, блядь, кайф!
Че, меня кикнут, может, сейчас? А, вы не видите игру? Меня кикнут. Блять, закрой ебало. Меня кикнули. Вы прикиньте? Вы прикиньте? У меня игра крашнулась. Походу они кикнули моего русского типа. И меня потом. Не слышите, демка? На, мужик, да, сейчас скачаю демка. Игра не закончена, если что. Меня просто кикнули нахуй. Блять, какой же охуительный сегодня стрим. А какой вчера был стрим? Блять, какой кайф. Какой, блять, кайф. Меня кикает вот этот человек. Ну, типа, у него 3000 матчей, 200 элла на аватарке Астралиса, матч шлюха. И он решил, то, что имеет право кикнуть, ну, вот этого таланта, ну, из Лондона. Немцы, кстати, они. То есть, вторые ребята, которые полетят колонизировать Марс вместе с французами. А, это француз. Ну, не удивлен, ебать. Немцы тоже полетят Марс колонизировать, суки, когда я президентом мира стану, нахуй. Крашнула. Пиздец, вы прикиньте, я крашнулся. Кикают моего типа, потом меня нахуй. Охуеть. И это только из-за того, что чел вот этот задонатил, спросил, на каком разрешении я играю. Компьютер за 300 тысяч, не выдержал донат в 100 рублей, где спрашивается, на каком разрешении я играю и где я открываю настройки, чтобы показать это ебаное разрешение. Это...